Как пишется бабушка? Сначала бы. А потом? А потом с... мам, мам. Ба. 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 Какая вторая буква ты слышишь? Ба. Ну, слышишь какую-нибудь хотя бы букву? Слышу, слышу. Какую, Какую? какую? Ну, я не знаю. Длинно, слушай, я длинно говорю. Ба. Какую букву я говорю длинно? Это бы. А потом. Ба. После бы что ты слышишь? Длинно я какую букву говорю? Папа, подскажи, пожалуйста. Нет, я не буду тебе подсказывать. Ты сама должна знать. Ну слушай, я же длинно эту букву говорю. Б маленькая буква, а потом длинная. Ба. Вот сама скажи. Б убери, что получится, останется. Ба. А. А, конечно же. Это буква А. Пиши, как пишется буква А. Давай дальше. Дальше сложнее. Слушаем опять. Мы ба написали. Теперь надо написать бу. Это бу. Бу. Какую ты сначала букву слышишь? Б. Это бу. Ну ты написала ба, а теперь надо написать бу. Какая буква в начале? Бу. Б. Конечно. Пиши. Пиши. А, это Б, А, Б, да. А. Нет, не Б, А, Б, А. Это Б, получается А, Б, баба. Б, пиши Б. Б. Еще раз Б. Пиши. Да, еще раз Б. Только так, чтобы дальше вместилось. Вот здесь вот пиши. Давай. Пиши, пиши. Да, букву Б. Теперь слушай. Бу. Какая буква? Бу. Бу. Сама говори. Это А? Бу. Не знаю. Ну послушай, не надо говорить, не знаю. Ты слушай, какую букву длинно говорим? Бу. Что ты слышишь? Давай по-другому. Вот это какая буква? А. Это. З. Б. У. Бу. Слышишь букву У? Да. Это У. Пиши букву У. Бабу. Самое сложное. Бабу. Написала? Да. Теперь слушай. Бабуш. Бабуш. В конце что мы слышим? Бабуш. Пишешь. Забор. Это вот так вот? Конечно же. Она без хвостика? Да, это без хвостика. А ты подумай, с хвостиком или без хвостика ш? Забыл. А ш, другая с хвостиком, которая... А, вспомнила! Та, которая... Это без. Конечно, пиши. Бабуш. В конце, слушай теперь. Бабушка. Ка. Теперь ка. Ка. Пиши. Как пишется? Ты знаешь? Ага. Как? А теперь к? В конце, слушай, последняя буква осталась. Бабушка. Бабушка. Длинно, что папа говорит? Бабушка. Скажи последний звук. Ка. Буква К. Ну, К ты уже написала. Хорошо, вот смотри.
Ножки вниз. Вот смотри, тоже. Азбука. Ка. В конце что? А. Конечно, что ты ее слышишь? Ка. Слышишь ее? Ага. Ну вот. И вот у тебя получилось мама, папа, Кира и бабушка. Почти красиво, почти правильно, да? Ох, пойдем мы в школу скоро. Ох, пойдете вы в школу скоро, да? Да. Да. Довольная? Угу. Теперь будем писать Люда и Галя. На другой стороне. Давай. Бумажку возьмите хорошую. Побольше. А вот есть же специальные тетрадки для учебы у тебя. Вот.